Предупреждение преступности и правонарушений среди молодежи в развлекательных заведениях. Этому вопросу было посвящено совместное заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и противодействию коррупции. Совещание прошло под председательством главы региона Ералы Тугжанова. По данным департамента полиции, более 63% преступлений, зарегистрированных на территории области с начала года, совершены гражданами в возрасте от 14 до 35 лет. Подавляющее большинство из них безработные. Практически каждый пятый молодой человек пошел на правонарушение в нетрезвом виде. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, преступность среди молодежи снизилась почти на 19%. 51 правонарушение было совершено в развлекательных заведениях. Большинство конфликтов руководство клубов и баров старается скрывать. Зачинщиков конфликтов часто просто выставляют за двери. К слову, около половины развлекательных заведений Актобе не оборудованы простыми системами безопасности. Во многих нет лицензированной охраны. Бизнес должен обеспечить безопасность посетителей, не допускать совершения преступлений. Необходимо усилить работу по оснащению подобных объектов и прилегающих к ним территорий камерами видеонаблюдения, тревожными кнопками, выявлению объектов, работающих без лицензии на продажу алкоголя. Не менее важно, уверен Аким области, обеспечение молодежи работой. По данным Управления внутренней политики, с начала года трудоустроено почти 7700 молодых людей. Чуть менее сотни состоящих на учете несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет планируется обеспечить работой трудовых отрядов ЖСЛЕЛ. Кроме того, молодежь будут привлекать и к малому предпринимательству в рамках реализуемых мер государственной поддержки. В текущем году в целях развития молодежного предпринимательства выделено 2 миллиарда тенге по 2,5%. Мы поддержим проекты предпринимателей, работающих или планирующих открыть свое дело в Актобе. Сельская молодежь будет охвачена проектом «Аул Аманате». Также глава региона поручил усилить работу по профилактике правонарушений и обеспечению занятости молодежи, в том числе маргинальной, а также лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. Владимир Федотов, Руслан Ильтаев, телеканал «Актобе».